Всем спасибо за внимание. Николай, с Керчи приехал специально. Вот еще с Керчи, оказывается, у нас был. Далеко прошел путь. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу сказать, что то, что сейчас произошло, и это действительно великая победа в данный момент. И, но за победой должна быть еще победа. Победа духа и победа дел. Давайте побеждать, убеждать делами. Давайте мы вместе, огромная сила, все вместе. Мы Крым и Россия. Начиная с Керчи. Да. Всего хорошего вам. Конечно, Господь.